городке периферийном отдает весна бензином, дремлет сладко замороченный народ. Редеет мгла над трассой, на которой белой краской написал какой-то местный идиот. С добрым утром, любимая, крупными буквами. С добрым утром, любимая, не жалея белил. И лежит нелюдимая надпись «Огни маня», и с луны различимая, и с окрестных светил. Ночью растает без остатка и останется загадкой, кто писал, и будут спорить соловьи. Им прекрасно видно светок, что нарушена разметка. Им так жалко, что расстроится ГАИ. С добрым утром, любимая, милая, ты моя. Эта надпись красивая смотрит в окна твои. Может, строчка счастливая мартом хранимая будет всем, как в пути маяк, пусть потерпит ГАИ. Если день начинается с нежных и ласковых слов, значит, всем вашим делам будет сопутствовать удача. Почаще говорите их своим любимым. С пожеланием здоровья, счастья и хорошего настроения в эфире программа «Всем». Выражения «чистый четверг», «пятница» и «суббота» прочно вошли в нашу жизнь. В эти дни мы моем, чистим и убираем. А вот чище в нашем поселке почему-то не становится. 12 апреля в Туапсинском районе прошел традиционный весенний субботник. Работа проделана огромная. Остается надеяться, что все было не впустую. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Ура! Наконец-то призывы сделать поселок Новомихайловский чище материализовались. Как в старые добрые времена. Жители, вооружившись ведрами, метлами и прочей уборочной утварью, высыпали на улицу, дабы провести время весело и с пользой. С каким настроением вы на субботник вышли? Я всегда с радостью выхожу. И в Орленке работала с радостью. Работа для меня как праздник. Для меня это особое настроение, особая радость. Люди как-то сплачиваются, забывают о своих болезнях, о заботах домашних, все. Ну, хоть несколько часов праздника такого трудового. У меня же этих субботников было ой-ой-ой сколько. Что удалось уже сделать? Ну, все видно, что удалось. Горды? Конечно, конечно. Это ж не то, что бездельники некоторые не выходят на работу. Все трудятся. Наш отдел работает как положено. Что является главным в каком-либо процессе? Конечно же, результат. Вот и трудились представители партии «Единая Россия» и «Общество инвалидов» для достижения благой цели – создать у досугового центра «Юность» парковую зону. Мы должны вот, наконец, расчистить здесь. Это ж, в общем, планируется как парк. Плоды деятельности, как говорится, налицо. А те, кто не успел поработать в минувшие выходные, смогут это сделать 19 числа на общем краевом субботнике. Несмотря на то, что один из двух законных выходных пришлось провести не как положено на диване у телевизора, а раскрашивая, подметая и вскапывая, настроение на 5 баллов из 5 возможных.
Начало весны заставило вспомнить не только о том, что пора наводить порядок на улицах поселка. Пришлось исправлять ошибки прошлых лет. В 2001 году Счетная палата Российской Федерации произвела проверку Всероссийского детского центра «Орленок». В результате было выявлено следующее нарушение. 6 гектаров государственной земли заняты самовольными постройками. Вывод однозначен. Землю нужно вернуть в федеральную собственность. Есть такая 222-я статья Гражданского кодекса. Она говорит, что если человек самозахватом занимает земельный участок, строит на нем, неважно какие здания, сооружения или иные какие-то объекты, там сарайчики, вот как у нас есть и прочее, гаражи, то все это подлежит сносу за счет лица виновного. Мало того, он может в соответствующем порядке привлекаться к административной и вплоть до уголовной ответственности. И все затраты возлагаются на него. В том числе, если у нас, вот как мы имеем, противооползневые склоны, если это приведет к оползню или еще каким-то последствиям, то все это тяжким бременем ляжет на вас, и платить можно очень много, очень долго. Валентина Иннокентьевна в Раде построила свою дачу 18 лет назад. Здесь она выращивает розы. Но через ее участок проходит кабель напряжением 10 тысяч вольт. Даже страшно представить, какими могут быть последствия, если кабель случайно повредят. К тому же нарушено много санитарных норм. Кто-то стоит на водоводе. Питьевой водопровод по санпинам и, по-моему, по старым сейчас от диаметра 400 мм защитная зона санитарная охрана питьевого водовода. Это 10 метров. Нельзя врезаться незаконно в питьевой водопровод по даче. Водовод по даче – это смерти подобная вещь. Также из-за нарушения естественного слоя земли в этом районе возможны оползни, а это может угрожать жизни людей. Это оползни – опасный слой. Мы ведем работы очень дорогостоящие, более 2 миллионов стоит противооползневое мероприятие. Только одно, а их там надо делать 3. Самое печальное в этой истории то, что в 1997 году многие жильцы заплатили по 3000 рублей за временное разрешение на постройки тогдашней администрации поселкового совета. На каком основании постсовет распорядился землей, которая ему не принадлежит, сейчас сказать трудно. Ясно одно. Он превысил свои полномочия. У нас, значит, идет от администрации на Михайловского поселкового округа временное разрешение. Это было в 1997 году. Разрешение было. Вот мы оплатили все это. Вот все это оплатили мы. Вот, и всех у нас есть. Да здесь, Господи, понемножку. Нам сказали, так, если вы хотите что-то, пожалуйста, оплатите и стройте. Превысила поселковая администрация свои полномочия и без ведома разрешения как администрации Туапсинского района и без ведома федеральных органов раздала земли федеральной собственности. То есть государственную собственность, федеральную собственную землю раздали под индивидуальное жилищное строительство. А по новому закону о землевладении подобное разрешение может выдать только правительство Российской Федерации. Конечно, люди недовольны. Но вместе с тем очень потратный факт то, что люди понимают, что так делать нельзя. Сейчас будем с администрацией нашей поселковой решать вопрос о том, как выйти из этого положения. В принципе, дополнительных комментариев здесь не требуется. Закон есть закон, и каким бы он ни был, ему придется подчиниться. К тому же время все расставит по своим местам. Как известно, оно лучший учитель. «Время вперед» – выставка с таким названием открылась в библиотеке «Орленка», а посвящена она, на первый взгляд, самым обычным и простым вещам – календарям. Календарь – наш верный помощник. Хотим заглянуть в будущее, назначить срок исполнения дел, обращаемся к нему любимому. Как и многие привычные вещи, календарь только кажется простым. На самом деле над его созданием трудились многие люди в течение тысячелетий. 4 века до нашей эры в Древнем Египте жрецы подсчитали, что в году 365 суток. Вот они посчитали. А отсчет они взяли от того дня, когда восходила над горизонтом самая яркая звезда Сириус. И разливался Нил. Но через каждые 4 года Сириус вставал над горизонтом на день позже. Постепенно египетский календарь стал блуждающим. Его усовершенствование связано с именем знаменитого римского полководца Гая Юлия Цезаря. Каждые 4 года он включил вот этот один еще день. И получилось не 365 дней, а 366, каждые 4 года. Вот и тот календарь, который создался при Юлии Цезаре, он назывался как? Юлианским. В результате исправлений год в юлианском календаре стал длиннее, чем на самом деле.
С течением времени эта ошибка накопилась в 13 дней. Ситуацию исправили в календаре, названном в честь римского папы Григория VIII, Григорианским. Именно этим календарем мы и пользуемся сегодня. С помощью этих календарей вы можете попасть в мир прекрасного. На персональные выставки Брюлова, Сальвадора Дали, попасть в Ясную Поляну. Вы знаете, что там когда-то жил Лев Толстой. И во многие другие места, узнать о многих интересных людях, побывать вот в наших пансионатах, которые расположены на берегу Черного моря, и попасть немного назад в историю. Детские, спортивные, рекламные, женские, календари об Орленке, звездах эстрады и кино – все разные по форме и содержанию, но в каждом из них хранится время, время, которое неумолимо идет вперед. Странная штука – время. Еще в начале 20 века человек мог только мечтать о покорении пространства Вселенной. И спустя 60 лет он уже полетел в космос. Так Юрий Гагарин навсегда вошел в мировую историю, а 12 апреля стал днем триумфа российских ученых. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. Этому сообщению ТАСС позавчера исполнилось 42 года. Оно прозвучало в 61-м, 12 апреля, и тут же эфир заполнился голосами дикторов, говоривших на разных языках и с разными ударениями, произносивших эту фамилию – Гагарин. Вот эти кадры тогда облетели весь мир. Мало нашлось бы людей, которые не знали, что полет космонавта длился 108 минут. 89,1 минуты составляли период обращения корабля вокруг Земли. Всем было известно о весе корабля, о перигее и апогее орбиты, о частотах бортовых передатчиков. А самым популярным словом стало знаменитое «Поехали». Все это давно ушло в историю. Полеты в космос стали нормой, и фотографии космонавтов уже редко печатаются на первой полосе центральных газет. Но тогда 60-е и 70-е стали поистине годами становления, развития и расцвета космонавтики. На этот же период приходится и становление «Орленка». И, естественно, это не могло не отразиться на его внутреннем содержании. В 1964 году открывается детский лагерь с названием «Звездный». В этом же году гостями «Орленка» стали первый космонавт планеты Юрий Гагарин, а вместе с ним Андриан Николаев, Константин Феоктистов и Владимир Комаров. Героев космоса приняли в почетные пионеры дружины «Звездная». Эту встречу можно считать началом многолетней дружбы орлят и космонавтов. Апреля 1969 года герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Леонов торжественно открыл Дом авиации и космонавтики, который вот уже 34 года является не только уникальным музеем истории развития этих отраслей, но и действующим учебным центром. Давний друг «Орленка» – космонавт Александр Серебров. Когда смотрите на карту, которая есть в учебниках, там все в трех-четырех цветах рисуется. Океаны голубые, реки голубые, там синие, земля желтовато-зеленоватая там. А на самом деле, когда смотришь на Землю со стороны, голубые реки встречаются очень и очень редко. Озера тоже бывают разных совершенно цветов, от красных до бирюзовых. Но, конечно, попадаются и голубые. С 1975 года ребята, отдыхающие в Орленке, получили уникальную возможность самим совершать прогулки по звездному небу. Тогда впервые распахнула двери астрономическая обсерватория. С тех пор ежегодно более 1000 подростков занимаются в ее кружках и лабораториях.
Но, наверное, самым интересным местом является астрономическая башня, под куполом которой установлен телескоп-рефлектор системы Ньютона с диаметром зеркала 300 мм. И как знать, может быть, именно среди этих мальчишек и девчонок, приехавших в Орленок, впервые увидевших луноход и наблюдавших Юпитер и Луну в настоящий телескоп, находятся первые исследователи Марса, первопроходцы черных дыр и первооткрыватели новых галактик. Ведь как бы стремительно ни летело время, или как бы упорно ни стояло оно на месте, звезды от века притягивали людей, и бесконечность всегда волновала умы своей необъятностью и непостижимостью. Накануне Дня космонавтики в программе «Доброе утро» Первого канала прошел сюжет о единственном в мире доме авиации и космонавтики, который находится у нас в Орленке. Мы предлагаем вашему вниманию этот видеосюжет. Не забудьте позвонить своим родителям и поздравить их с наступающим Днем космонавтики. Завтрашний праздник уже начали справлять в Доме авиации и космонавтики во Всероссийском детском центре «Орленок». И об этом подробнее, или, вернее, совсем подробно, наш специальный корреспондент Анастасия Якимович. Орлята учатся летать. Не продается. Поспешили написать на ценном экспонате. Точно такая же капсула пилотируемого космического корабля, в которой космонавты спустились на Землю, ушла за миллион с лишним долларов с аукциона «Сотбис». В Доме авиации и космонавтики Всероссийского детского центра «Орленок» тоже есть чем поживиться. Но торг здесь неуместен. За миллион долларов много чего не сделаешь, да. А это капсула, которая приобщает детей к нашей великой истории, к тому, что эту историю нужно продолжать. А детей нужно воспитывать. Что мировые аукционы? Недавно скромный такой мальчик на полном серьезе попросил продать ему макет первого искусственного спутника Земли. Мне, говорит, папа с собой 18 тысяч дал, я только 3 потратил, деньги еще есть. А на апрельской предпраздничной викторине выяснилось, что каждый четвертый сегодняшний «Орленок» не знает, кто первым полетел в космос. Но все-таки, подержав за крыло космический корабль, пощупав колеса лунохода и заглянув в самый настоящий телескоп, трудно оставаться пофигистом-рэпером. Конечно, эти мальчишки не твердят, как когда-то все поголовно: «Мама, я хочу быть космонавтом». Но некоторые важные открытия они все-таки совершают. Для меня взлетать труднее, чем садиться. Если шевельнулось в душе что-то космическое, можно тут же проверить себя на звездную профпригодность. Центрифуга испытает на прочность, в кресле барани узнаешь все о своем вестибулярном аппарате, а покрутившись в Рейнском колесе, и фамилию Гагарина запомнишь, и вообще космонавтить научишься. Ну да, они очень большие испытания проходят на всяких тренажерах, типа этих. И к концу смены летят домой фотографии с практически гагаринскими улыбками. И можно договариваться о встречах где-нибудь на Альфе Центавра при полном параде планет. Передаю космический привет всей Вселенной. А во Вселенной где-то далеко-далеко летает малая планета Орленок. И именно с нее для этих мальчишек и девчонок начинается открытый космос. Анастасия Якимович, Дмитрий Матвеев. Для «Доброго утра». Лагерь «Звездный», Орленок. Нежность, вальса, романтика, румба царят сегодня в этом зале. Ведь именно здесь проходит всероссийский конкурс спортивного бального танца «Весеннее танго». Спортивный зал Орлятской школы в одно мгновение преобразился. Деревянный пол превратился в паркетный. Настоящие профессионалы танцуют только на таком. Зал заиграл красками разноцветных шаров, но главным украшением праздника торпсихоры стали танцоры. Их возраст составил от 6 до 26 лет. И вот долгожданные фанфары. На танцпол приглашаются все участники конкурса, а их 400 пар. В составе жюри 64 судьи из разных городов России и ближнего зарубежья. Конкурс открыт. Две основные программы – латиноамериканская и западноевропейская. На сегодняшний день спортивные танцы выделяют в отдельную категорию из-за их сложности. Еще в начале 20 века возникли ассоциации, а затем и федерации спортивных и бальных танцев. Первые чемпионаты прошли в 1924 году в Лондоне.
Сегодня на различных конкурсах танцы исполняются в соответствии с принятыми канонами. Сохранение и развитие хореографического мастерства – не главная цель организаторов подобных чемпионатов. Ну, самое главное, конечно, это пропаганда. Пропаганда танцевального спорта, поскольку это очень полезное занятие для детей и взрослых, в общем-то, для всех. Все движения должны идеально сочетаться с ритмом и характером музыки. Ее, кстати сказать, танцоры впервые слышат, выйдя на паркет. И для того, чтобы добиться успеха, пара должна уметь импровизировать. Учитывается также артистизм и музыкальная интерпретация. Задача у партнеров осложняется тем, что одновременно на площадке танцуют минимум 6 пар. А что же значит танец для самих участников? Танец, он похож на жизнь. Красота. Самое главное в жизни. Вдохновление души, наверное. Если честно, это жизнь моя. Я даже сейчас прогуливаю занятия в университете, лишь бы здесь быть. Я 6 лет занимаюсь и просто живу здесь. Бальные танцы – самое главное желание, любить их, конечно же, пара. Если ты не будешь уважать, любить партнершу, это не танец. Традиционно самыми сильными танцорами считаются итальянцы и немцы. Профессиональный рейтинг российских спортсменов с каждым годом повышается. Мы искренне надеемся, что скоро наши пары коренным образом изменят ситуацию с призовыми местами на мировом уровне. Прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего. Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его снова. Они знают, что такое ответственность с детства. Они достойно пронесут звание гражданин России через всю жизнь. Они бережно относятся к истории. Ровно 30 дней, с 8 апреля по 9 мая, кадеты будут нести вахту памяти павшим в годы Великой Отечественной войны. Пост! Принять! С каким-то благоговением мальчишки и девчонки приводят в порядок братскую могилу солдат в поселке Новомихайловский. Ими проделана большая работа. В местном военкомате подняты списки 105 похороненных здесь воинов. К 9 мая табличка с именами будет установлена на могиле. А тем временем остальные ждали ребят в Туапсе, чтобы открыть торжественный митинг. Уважаемые кадеты, позвольте приветствовать вас здесь, на Туапсинской земле, у самого святого места для каждого туапсинца. Место, где лежат останки сынов отчизны, защищавших город Туапсе. Туапсинская земля не была истоптана фашистским сапогом, потому что молодые, здоровые, красивые воины, воины советской армии защитили и отдали свою жизнь во благо процветания своей родины, своей отчизны. Я надеюсь, дорогие кадеты, что вы будете также с честью нести лучшие традиции российского воинства, лучшие традиции российской земли. Немногословность – отличительная черта военного. Все четко, как по уставу. Нет ничего лишнего. Мы, участники второго всероссийского сбора кадет, сегодня несем вахту памяти воинам, погибшим на Великой Отечественной войне, в городе Туапсе и Туапсинском районе. Мы чтим светлую память солдат, которые ценой своей жизни защитили нашу Родину, не дали врагу сломить великий и могучий русский народ. В этой войне, которая унесла миллионы человеческих жизней, война эта длилась 1418 дней. И сегодня мы не имеем права обойти стороной эту страницу в истории России. Мы будем чтить подвиги наших отцов. Завершился День памяти, как положено, парадом. Парадом молодости и жизни.
Пока в наших сердцах хранится память о былых подвигах, продолжается жизнь. А вместе с тем появляется надежда, что когда-нибудь на земле воцарится мир. Мы забудем раздоры и ссоры, а в небе вместо ракет будут парить только птицы. 1 апреля, в то время, когда мы праздновали День смеха, в мире отмечался Международный день охраны птиц. Конвенция об этом была подписана в 1906 году. В России этот день отмечается с 1927. Поскольку для большей части нашей страны начало апреля время слишком раннее, то Союз охраны птиц России проводит весенние дни птиц именно сейчас. У нас они приурочены к средней дате перелета массовых видов. Российский Союз охраны является давним партнером Международной организации по охране птиц BirdLife International. Птицы, пожалуй, самые заметные из диких обитателей нашей страны. Звери редко попадаются на глаза, а птицы то и дело оказываются на виду, хотя многие стороны из их жизни не так-то просто подсмотреть. В России обитает около 720 видов птиц. На территории Туапсинского района зафиксировано более 200. Часть из них бывает здесь пролетом, весной и осенью. Некоторые остаются на зиму. Особое место в районе занимает дендропарк Всероссийского детского центра «Орленок». Разнообразие флоры привлекает сюда большое количество пернатых. С 1996 года за ними постоянно ведут наблюдение участники геолого-географической школы районного центра дополнительного образования. В результате учета на территории центра было зафиксировано 44 вида птиц, относящихся к 19 семействам и 4 отрядам. Наша передача подошла к концу. Пусть всю следующую неделю вам сопутствует удача. И не забывайте, большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми. Помнили это люди, чаще думали.